Всем привет! Хочу описать комбинацию на защитника, бросок на защитника, на дефа мы ее называем еще. Ну то есть под бросок защитнику. Смысл ее очень простой, тоже самая первая наша комбинация, самая такая простая, но важная. Значит, смысл в чем? Опять же, при удачном стечении обстоятельств, вот при таком выходе 3 на 3 в атаку, нападающий, который входит в зону, обыгрывает одного игрока. У нас получается преимущество. Ну, к примеру, мы начинаем входить в зону, да, игроки, соперник, защитники начинают откатываться. Ну, по каким-то причинам у нас комбинация угол срывается, то есть игрок, владеющий шайбой, сюда начинает заходить, но в угол не получается открыться. Все, комбинация угол срывается. Потому что игроки, два игрока, допустим, застревают где-то вот здесь вот. И получается такая вещь, что угол срывается, дальше мы фиг знаем, что делать. И в этом случае можно сыграть комбинацию на защитника. Один из защитников выкатывается вот сюда. Задача в данном случае левого нападающего подержать шайбу, помудрить как-то здесь, сделать небольшое движение назад. И если происходит вот такая ситуация, что есть свободный коридор для паса, то делается просто пас на защитника и бросок. Это вот комбинация на дефа. Ну то есть срывается комбинация угол, ну и соответственно делается вираж и делается пас на защитника. В данном случае, на что хотелось бы обратить внимание, что нападающие, когда вот у нас происходит срыв комбинации угол, чтобы вот один из нападающих не стоял здесь, а возвращался вот сюда. То есть тем самым страхуя защитника от промаха. Потому что пас идет, но когда как, бывает получается, в большинстве случаев, конечно, получается бросок, но бывают и осечки. И соответственно, если осечка происходит, то хорошо, если другой защитник подстраховал, и тут выход один в один, еще это куда ни шло. Это достаточно сложно забить. Но если, к примеру, вот так происходит, то уже все, пролетели очень сильно. Поэтому, в принципе, для комбинации угол нужно всего три игрока. Игрок, который на фланге владеет шайбой и будет отдавать пас защитнику. Нужен сам защитник для броска. И в центре игрок наш для того, чтобы подправить бросок. Все. Аналогичная ситуация, когда происходит срыв комбинации угол в защите, то есть допустим с правой стороны, тут открывается другой защитник под бросок, левый начинает его страховать, то есть тоже пас, бросок. Ну то есть это вообще, это наиболее такая комбинация, так скажем, если нападающий будет страховать защитника, который бросает, если будет страховать, то это достаточно уже безопасная комбинация в атаке. То есть зашли, тут вираж сделали, быстренько пас, бросок, все. Два игрока на подстраховке, три атакуют. Вот и все. Комбинация бросок на деф.